В годовщину украинского Майдана россияне провели антимайдан. Наиболее крупные акции памяти жертв украинской революции состоялись в столице, но и Иваново не осталось в стороне. Как ни странно, местом проведения противореволюционной акции стала площадь имени революционера Ленина. Митинг собрал здесь представителей различных политических движений. Разве что активистов оппозиционных сил не было. Но тому причиной стала главная задача акции, озвученная организаторами. Наша главная задача здесь – показать поддержку нашему президенту. Мы видим, какую политику он проводит. Мы видим, что эта политика правильная, что эта политика направлена на то, чтобы наша страна наконец-то стала той великой страной, которой она всегда была, и право на что она имеет. Мы хотим, чтобы политика государства шла на благо народа. Кроме поддержки линии президента, есть еще одна цель у ивановских антимайдановцев – выразить решимость не допустить в России развития событий по украинскому сценарию. Я считаю, что любой народ, если на него воздействовать какими-то технологиями, способен, ну, в общем, крышу снесет у любого. И слышали, что Госдеп выделяет на развитие гражданского общества в России определенные большие суммы денег, они не скрывают, поэтому, в принципе, такая вероятность есть. Надеюсь, что этого не будет, но на всякий случай мы вот подстраховываемся, показываем свою точку зрения, что мы против. Сегодня нужно объединиться, консолидироваться всем силам доброй воли, которые способны объединиться и выступить единым фронтом против фашизма, против бесовщины, которая сегодня на Украине и которая может возникнуть здесь. Хотя у нас, возможно, в меньшей степени, потому что мы более духовно, более зрелая страна, вот, у них там, к сожалению, есть духовные издержки. Именно поэтому силы бесовские там так себя проявили. Вот. У нас, я думаю, что это не пройдет. И именно поэтому мы здесь стоим и будем объединять силы доброй воли, которые этой бесовщине скажут нет. Хотел бы обратиться к майдановцам Украины. Все мы видим, как они прыгают и скачут. Кто не скачет, тот москаль. Это у них много энергии, мало работы. Пусть приезжают к нам в Россию, нам нужны рабочие силы. А когда они будут работать на благо моей Родины и решат отдохнуть, пусть едут опять к себе на Майдан и там прыгают и скачут. У меня все. С флагами разных движений, но под одним лозунгом активисты митинговали около часа. Обычные прохожие к акции не присоединились. Видимо, личные дела для ивановцев все же важнее государственных и уж тем более международных. Наталья Бутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.